Заместитель помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам Курт Данелли будет представлять США на 7-м заседании консультативного совета Южного газового коридора. Как передает канал 13 со ссылкой на тренд, заседание по Южному газовому коридору пройдет 11 февраля в Баку. Нынешнее заседание интересно тем, что впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводу. 31 декабря 2020 года страна начала коммерческие поставки газа в Европу по трансадриатическому газопроводу ТАП. Южный газовый коридор предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения шахт Денис-2 через Турцию в Европу, а ТАП является ключевым компонентом проекта Южного газового коридора.